Всем здрасте! В преддверии майских праздников наконец-то у нас выдались свободные деньки. Аж 4 дня. Мы полноценно приехали на Ярославские земли. Начинаем традиционно со своих любимых полей чудес. Но, естественно, их, конечно, не пахали. Но не самих полей чудес, а была у нас мысль залезть в некоторые определенные локальные места, куда, в принципе, попасть очень сложно. Можно попасть только ранней весной. Той весной мы пробовали попасть, но позже немножко. И там было очень много клещей. То есть клещевальня, как мы это называем. Поэтому в том году не получилось. Попробуем в этом году. Погода прекрасная. Солнышко светит. Ветерок. Плюс 8. Воды немного. Приехали, забазировались на любимое место. Стоит машина. Но я думаю, что мы знаем, кто это. Если так окажется, то я потом скажу. Все, смотрим. Так, друзья, двигаемся вот туда, за забор. И сейчас покажу. Там все обычно заросло кустами. Мы там зимой шурфить пробовали. Второй сигнал у меня. Первый был фольговый. Ну и, как всегда, зеленый кружок. Бог знает что. Воду, по-моему, не брали. Приятно. Давно уже в руках не держали. Кайф! Правильно Люб сказала. И тебе привет. Уходит вдаль, а мы пойдем в кусты. У меня чешуя. Как-то пропустили. Блин, жарко. Федор Алексеевич, да. Такая вот штучечка. Кстати, вполне себе ничего. Очень даже хорошо. Итак, отошли от этих ямок недалеко. Следующее сейчас сниму. Половинчатая какая-то. Какая-то маленькая. И буквы тоже наполовину. Скажи, не дорогой рукой. Да, плохо видно. Вот такая вот чешуинка. Ну, бери к себе. Пойдет. Так, цель. Вот за этими кустами идет лужайка, заросшая травой. Мы никогда идти не можем. Дуплетами. Раз, два. Первая. Ну, здесь медь убитая, как обычно. Первая с коняшкой, Елизавета. Вторая. Поход дел деньга. Да. Только не вижу какого года. Ну, она медь здесь ушатана. Вот сколько мы здесь? Четвертый год шастаем. Да, какого года не видно. 1700. Ну и бог с ним, ладно. За этими кустами стоял фундамент. Вот здесь остатки деревни. Села старого большого. Про что я и говорилось, получится сейчас снять. Клещ повылазил. Фига не вижу. Вот он. Тут не фокусируется сразу. Вот, видите? Но лапки еще пока не открыл. Вот всегда смотрите на всякие вот такие веточки. Не на деревья, а вот на веточки. Они очень любят вот на них сидеть. Сейчас, видимо, еще холодно, он лапки не открыл. Сейчас чуть-чуть жара постоит. И все, и они вот так вот. И да здравствует прохожий. Вот зашли. Вот говно. Первый сигнал, лосиное говно, куча клещей. Клещей бы вам уже показать. И деньга. Монеты тут есть. Кстати, сохран уже другой. Нет. Вон, походу, ну вот, дом стоял. Вот да, дом. Видно его. И вон там такая же. Сейчас здесь походим. Так, ветер поднялся. Сразу прошу прощения, сейчас спиной встану. Вылезли оттуда. Клеща много. 68 год. Александр, да? Следующая монеточка. Александр Копеечка. Ну, уже новый формат. Это ли 86? 86. Ага. Это еще. Ну, на ветерке хоть не так жарко. Ну, в общем, да. Сейчас попробуем туда вот сходить на реку. Там тоже заросли были. Пумпончик. Звонила, блин. Пумпончик. Пумпончик. Хороший сигнал. У меня там пуговка со звездой, но я уж не буду доставать.
Прошли сейчас окраины деревни, вот туда чуть-чуть к реке спустились, там сигналов нету. Ну, видимо, может, сегодня не попадается. Возвращаемся обратно через вот тот проход. И выскочил малюсенький лепесточек. Что, в общем-то, приятно очень. Если это дыра, то это нора. Может быть, здесь вон понакопано. Бродим сегодня первый день. Устали как собаки с непривычки. Пойдем сейчас вон там еще прогуляемся. И... вдоль леса и потом через поле. Да, да, и вернемся к машинке. Смотрите, как трава лежит. Обычно здесь не косят. Ты тоже. Да, трава по пояс, очень сложно здесь на самом деле найти момент, когда можно походить. Сигнальчик, очередной зеленый кружок. Полушка. Похоже на полушечку. Похоже, ты не а, он орелик. Орелик. А, да. Полушечка. Сейчас он туда сунем нос, посмотрим, что там. Значит, там где-то должна быть дорога, которую мы уже не первый год ищем. Такой очаровательный ручей нашли. Вода чистая-чистая. Вот это похоже на вход. Вот. И вот туда. Ну вот, да. Мне вот кажется, что вот это похоже. Похоже. Или вон тут. Вот есть перейти на ту сторону. Ну, сейчас давай, не полезем. Ну. Вот она прямо домиком стоит. Надо попробовать сюда приехать завтра, может быть. Хоть воды и попить. Вот я так. Красиво. Да, все похоже. Следующая чешуя из этой травинки. Да, раз завтра решили, перейдем через ручей и попробуем все-таки туда уйти. Не первый год уже пробуем. Чешуйка у нас. Очередная. Не знаю. Не понятно. Чья непонятно. Князь. О. Бияр. Фиг его знает. Я прочитал. Князь Илья Рыбинский. Илюха, тебе привет. Шли-шли и нашли. Блин, почему не целый? Есть хорошо. Серебряная ложка. 100%. Извинил серебром. Жалко, не целая. Такой интересный сигнальчик поступил. Дутая пуговка. Ну да, орлянка, смотрите, какая интересная. Покажу. Не-не. Видите? Очень толстенькая такая полная. Ушко целое, кстати. Ну да, вот гнутое. Надо было серебрено. Попробуем отмыть. Смотрим, что получится. Вот на этой поляне пока клещей нет. В прошлом году до хрена было. Ну они ушли туда за нами охотиться. Ну да, они пошли к нам туда, а мы пришли сюда. Интересно, какой я таких пугаюсь. Что-то да, пока. Блин. Что потеряли? Что потерял-то? Ничего не потерял. А. Ну ладно. Ты мне показал. Там в тени еще даже снег лежит немного. Конечно, кайф. Если бы не наши лапчатые друзья, то было бы вообще шикарно. Следующие сигнальчики. Крутяшка от керосиночки с импортными. Похоже. Да, вроде. Сейчас. О, крестик. Носиком. Да? Да, капельку подам. Ну, лепесток очевидно. Ну, он подзатертый, да, такой уже. Не, импортный. Немецкий. Наверное.
медную монету. Дайте, люди, мне. Говорят, похоже, говорят, оп! Оп! Сучонок. Что, Васька? Васьки две. Вот они сидят. Васька с Манькой? Да. Раз, два. Это должно еще быть. Это я. Бита? Блин, что тут удивляться? Ой, слушай, тут сложно сказать. Не знаю. Так что, ребят, будьте осторожны. Сейчас самый сезон жора у них будет. Бедненький, голодненький. Голодненький. Как сказал Мэйс. Все, вылезли пока из этой травы. Движемся в сторону машины. Устали, конечно, с непривычки. По лесу мы ходили, как бы, да, но вот и в начале весны, зимой. А тут что-то от полей обалдели. Сигнальчик. Похоже на Катину полушечку, что ли. Ну, здесь медь убитая, здесь серебро, чешуя. Сейчас будем перетряхиваться. Что у тебя там? Сигнальчик. Давайте вон лайки копнем, что ли, для интереса. Тут, а? Это тут. Думали сегодня, когда собирались, взять термос с чаем или бутылку с минералкой. Хорошо, что взяли и то, и другое. Что орешь? Выхлебали уже все. Ну, где она? Нигде. Там завелся. Бали. Чего там? Властелин колец. Чего? Опять кольцо? Да, здесь их много. Короче, хорошо, что взяли все питье и то все выпили. Замученные двигаемся к машине. Сейчас даже на камеру достанем. Вот здесь, в этом комке где-то что-то звенит. Да, вон она. Вот она. Зеленый кружок. Зеленый кружочек. Один? Один. Или два? Один. Один. А что за кружок? Солнышко заходит, сейчас красивые такие эти. Я сегодня нарыл. Катя. Катя. Кстати, вот с этого куска поля мы доставали катерининские монеты в хорошем сохране. Некоторые были. Она, конечно, очень зеленая. 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 Вот коняшку видно. Коняшку. На штыке, как обычно, все со штыка. И, в общем-то, неплохая. И сам прикол, что нет советов. Уже ух ты. Уже который. Вообще очень даже. Уже прилично выглядит. Уже который выход, мы без советов. Ух ты, смотрите. Зима прилично. Неожиданно. Копейка. Так, копейка. Годик. 89. Да, 89-й годик. Слушайте, какой кайф, вы не представляете. Ну, вернее, кто знает, тот поймет. После зимы выползти, вот так походить, просто даже зеленые кружочки пособирать, звуки послушать земли. Обалденно. Вот. Ну, на сегодня уже практически закругляемся, идем к машине. Солнышко заходит понемножку. Там монетный сигнал вроде как. И что там? Монета? Да. Второй, да, с этого направления? Хорошо. Ну, это вообще замечательно. Убитый, наверное. Не знаю. Старичок, да? Слушай, он читабельный. А. Читабельный. Аккуратненько. Ну, вообще зачет. Вот здесь мы особо не ходили.
Крестовик вот за теми кустами поднимали, еще один, но убитый. Аккуратно, аккуратно с ним. Блин, страшно, не кири. Да не кири ты его. Его надо... В общем, видно, что это крестовик. Ныкать. Аккуратненько. Ну да, очень даже видно. Кажу. Вот было намного хуже. Ну хрен его знает. Не облез бы. Скажу. А год какой? Не видно там. Ну, понятно. Это 25. Крестовичок. Ну, ребята, это шикарно. Вообще все шикарно. Ой, сегодня наш дедушка земляного радует. Соскучился. Соскучился наш местный. Так, такие здесь вот буераки-рики-раки. Раки. А? А, палу все не было. Монеточек еще один. Сейчас традиционная весенняя мойка в лужах. Заодно клещей посмотрим. Ныкаются заразы. Веточки вот эти вот, не веточки, в травинке, в трубчатые прячутся. Обломанные. Да, обломанные. На ночь. Ну, она, конечно, такая. Ну, здесь, да. Ухундёканы. Ну да ладно, ну крестовик, конечно, удивил. Нечасто монет. Совсем нечасто. Камера грязная, смотрите, прикольно. Сейчас снять попробуем. Дым как идет. Там столбом ровным-ровным, ветра нет. Солнце село, идем к машиночке. А вон она, машиночка. Птицы заливаются. Красота. Вот и подошел к завершению сегодняшний чудесный день. Такой легкая разминка, в принципе, удалась, я считаю. Сейчас покажу маленький отчетец. Итак. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать монет. Четыре чешуи, одна из них медный бунт. Два крестика, ну и, естественно, в зачет идет вот крестовичок. Шикарная вещь получилась. Вот. Но так как у нас выезд получается 3-4-дневный, то будет такой небольшой сериал. Завтра планируем попасть на ту лесную дорогу. Но это не факт. Может быть, миллион причин туда не зайти. Те же клещи, тот же разлив воды, потому что мы пробовали с другой стороны, там в прошлом году только на лодке можно было зайти. Вот. Ну, в принципе, мы довольны. Спасибо вам большое, что смотрите. Всем пока.